Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Говард Флинк, голландский живописец, известен как портретист, мастер исторической картины, один из художников Золотого века голландской живописи. Родился в Северной Вестфалии, в городе Клеве, в январе 1615 года. Поначалу был отдан отцом подмастерье к портному, но тайно имел страсть к живописи и поэтому был послан в обучении к художнику Ламберту Якобсу, писавшему полотна исторического жанра, более известному как пастор Менонитов. Это одно из протестантских деноминаций. Там Флинк познакомился с Яковом Баккером и другими молодыми художниками, учениками Ламберта Якобсона. Я цитирую Википедию. Немецкий художник и историк искусств Йоахим ван Зандрат, который посетил Голландию в 1637 году, признал Флинка одним из лучших учеников Рембрандта. Художник был приглашен курфюстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом I на церемонию бракосочетания с Луизой Генриеттой Оранской, дочерью штатгальтера Фридриха Генриха. Также он получил покровительство Йоганна Мориса, принца Нассау-Зигенского, который стал штатгальтером Клеве в 1649 году. Став в 1652 гражданином Амстердама, Флинк в 1656 женился на Софии ван дер Ховен, дочери одного из директоров голландской Ост-Индской компании. Много лет Флинк постигает мастерство Рембрандта, следуя его стилю и приемам во всех работах, созданных между 1636 и 1648 годами. Он становится модным портретистом. Совершенствуясь в жанре исторических полотен, Флинк изучает мастерство Рубенса и других представителей итало-фламандской барочной исторической живописи. Умер художник 2 февраля 1660 года в Амстердаме. Вот так вкратце о голландском живописце, известном как портретист, мастер исторической картины, одним из художников Золотого века голландской живописи, Говарде Флинке. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.